Жениться стали меньше, но и разводиться реже. Статистика Ленинского районного ЗАГСа показывает, что профилактическая работа с супругами способствует укреплению института семьи. Мы стараемся работать с семьями, чтобы семьи не распадались, чтобы семьи у нас всегда дружно жили. Мы для этого проводим и в клубе «Моя семья» проводим некоторые там встречи, семинары. По статистике рождаемости, в минувшем году на свет появилось более 3000 детей. По сравнению с 2014 годом цифра возросла почти на 700 ребятишек. Что занимательно, мальчиков пусть и не намного, но стало рождаться больше, чем девочек. Рекорд бьют двойняшки. Теперь в муниципалитете живет еще 42 двойни. Среди имен лидируют Александр, Михаил, Мария, София и Анастасия. Уходят из моды Борис и Наталья. Тенденция называть малышей замысловатыми именами также исчезает. Если бы были бы такие обращения, мы бы просто бы, наверное, нашим родителям объяснили, что все-таки, в принципе, имя, оно влияет на судьбу ребенка. У нас есть специальные справочники, где родители могут посмотреть, там, что обозначает имя ребенка, то есть выбрать ребенку имя. Но, как правило, они уже все приходят подготовленными. Нет, таких не было случаев. Вообще, 15-й год для районного ЗАГСа стал ярким на события. В конце декабря в поселке Володарского был открыт дополнительный отдел записи актов гражданского состояния, которое, в отличие от Видновского ЗАГСа, работает с понедельника. Почему мы сделали? Ну, обращения граждан были по поводу смерти. Потому что в понедельник начинают выдаваться справочки о смерти. И гражданам нашим не очень было удобно дожидаться нас вторника. И вот для удобства наших граждан мы, конечно же, сделали, чтобы они вот могли поехать в понедельник. Помимо регистрации смерти, в дополнительном отделении можно получить абсолютно весь спектр услуг ЗАГСа. В частности, заключить брак в торжественной обстановке, не приезжая в Видное. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. А в нашей студии начальник Ленинского управления ЗАГС Елена Федорова. Мы нарочно не обо всем рассказали в нашем сюжете. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр. Хотелось бы, чтобы вы ответили на несколько вопросов. Вот в минувшем году мальчиков родилось больше, чем девочек. Говорят, такое обычно бывает к войне. А что вы думаете по этому поводу? Да, я слышала о такой поговорке, но я не могу сказать, что у нас очень много родилось мальчиков. Всего у нас сейчас 1620 мальчиков и 1510 девочек. Всего лишь на 100 человек разница. Это не такая большая разница, чтобы считать, что дело идет к войне. Это, в принципе, стабильная ситуация из года в год. Вот сейчас становится очень много замысловатых имен у детей. Как вы считаете, почему так происходит и чем следует руководствоваться родителям при выборе имени малыша? Ну, наши родители некоторые руководствуются, во-первых, именем того человека, который им дорог. Во-вторых, иногда они смотрят в справочниках, смотрят, что обозначает то или иное имя, чтобы у ребенка в дальнейшем была судьба какая-то хорошая. Вот. Ну и плюс, конечно же, некоторые православные смотрят в святки, какие там святые у нас приблизительно к этому времени родились. Вот. Ну и называют так детишек. Ну и сейчас ведение моды. Веяние моды – это сейчас принято, ну не принято, а так очень много у нас появляется древнеславянских таких имен – Кондратий, Аниса. В принципе, это идет уже из древности, так можно сказать. А тогда вот такой вопрос. Расторжение брака – это, конечно, очень грустное, но, тем не менее, частое явление. Вот ведется ли в ЗАГСе какая-то работа по уменьшению количества разводов? Да, конечно же, ведется обязательно, потому что мы хотим, чтобы наши семьи сохранялись, чтобы они жили хорошо и чтобы у нас было здоровое общество. Ну, по сравнению с прошлым годом у нас упали разводы, и в этом году не так много. Но если так вот брать по статистике, то 1/3 от наших браков. Но это вот, как я иногда говорю, это, конечно же, относительная такая сумма. Почему? Потому что разводов у нас идет за все года, а браков мы смотрим только за один год. Ну и какая у нас работа ведется? У нас есть клуб «Моя семья», в котором мы проводим встречи. Можно встретиться с психологами, можно встретиться с разными специалистами, которые дадут консультацию, поддержат наших
ну, заявители, которые хотят расторгнуть брак. То есть, в принципе, так вот ведем такую работу. Все, Елена Евгеньевна, спасибо вам большое за ваше время. А я напомню нашим телезрителям, что гостем нашей студии сегодня была начальник Ленинского управления ЗАГС Елена Федорова.